В театре «Практика» завтра состоится премьера документального фильма режиссера Александра Шейна «Тимур Новиков. Ноль объект». Она пройдет в рамках Дня молодежи, который проводит театр «Практика», и который в этот раз посвящен современному искусству. В нашей студии в рубрике «Кофе-брейк» сам Александр Шейн и художественный руководитель театра «Практика» Иван Вырыпаев. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с вас. Почему тема... Во-первых, почему День молодежи? А во-вторых, почему День молодежи и современное изобразительное искусство? Мы уже второй год проводим. В прошлом году мы проводили День молодежи. 27-го вообще День молодежи. И у нас в прошлом году очень хорошо получилось. Действительно, было много молодежи. И праздник этот неформальный. Число какое-то формальное, в общем. А получается, что мы подошли к этому неформально и так... Действительно, было очень много народу, молодежи, был настоящий праздник. В этом году мы снова решили это делать. И поводом прекрасный фильм вот Саши, моего друга. И во-первых, фильм замечательный, во-вторых, этот фильм как раз говорит о современном искусстве. Тоже говорит, показывает людей, когда они еще были молодыми. Тимур Новиков, Виктор Цой, вообще целое поколение. Вот. Ну и это не только фильм будет, это будет целый день, там будут и, может быть, и вкусно перекусить, и там будут разные мастер-классы. В общем, целое, как всегда, целый день можно провести у нас в театре, это во дворике нашего театра и музыка. Так что, по-моему, будет очень интересно. Расскажите про фильм, Саша. «1:35». Можно не все полтора часа. Давайте у меня спросите. Почему Тимур Новиков вас заинтересовал? Мы с моим другом и коллегой, партнером по этому делу, художником и режиссером Женей Метой, делаем такой цикл фильмов, который называется «Антология современного искусства». Уже сделали два. До этого один про Олега Кулика и второй про Виноградова с Дубосарским. Вот третий фильм про Тимура Новикова и петербургский андеграунд 80-х, 90-х, нулевых. Идея в том, чтобы через изобразительное искусство, через художников показать нашу действительность, нашу жизнь, понять, разобраться, кто мы такие, куда мы идем, как искусство влияет на мир, а мир на искусство. И рамка такая, что это 30 лет последние. То есть это, грубо говоря, такое новое поколение. Потому что до этого было поколение, которые уже классики, такие нонконформисты. В общем, те люди, которые, если грубо говорить, те художники, которые находились в каком-то взаимодействии с режимом, с Советским Союзом, которые были так или иначе диссидентами, культура диссидентства. Когда она закончилась, появилась новая формация художников, новая, такое, скажем, как же его назвать, не актуальная, как сказать, вот совсем новое, новейшее искусство. Вот оно начинается в 80-х годах с петербургского андеграунда, с поколения ребят, которые были абсолютно свободными изначально, ни с кем не боролись, не участвовали ни в каких диссидентских протестных движениях, а просто жили как настоящие авангардисты и творили во все стороны, начиная от разукрашивания подъездов, заканчивая какими-то домашними концертами. В итоге все это вылилось там, в группу «Кино», художника Тимура Новикова, поп-механику. Вообще совершенно огромный, отдельный такой пласт нашей жизни под названием «Петербургский ленинградский андеграунд». Они, как вам кажется, сегодня там... Ужасно не люблю словосочетание «массовое сознание», поэтому постараемся без него обойтись. Но, тем не менее, сегодня они герои, сегодня они нужны, или сегодня это какие-то непонятные... Это вопрос фильма. Это вопрос, который меня лично интересовал, и анализа этого вопроса. Фильм заканчивается песней «Между землей и небом. Война». И война это никогда не закончится, она всегда будет. И война это лежит в плоскости какой-то, наверное, прежде всего... цивилизационной модели жизни, когда ты сначала мощный, сильный меняешь этот мир и делаешь его таким, каким ты хочешь и считаешь, путем своего таланта, убеждений, сил, а потом этот мир убивает тебя. Это закон любой революции, любого авангарда.
Ну, во всяком случае, вот в фильме я делаю такую параллель между первой волной русского авангарда. Это поколение Маяковского, Малевича. Просто создается ощущение, не знаю, согласитесь вы или нет, что... Что, условно говоря, сегодняшний там, я не знаю, сегодняшний молодежь вообще не... Я его бы сравнил с фильмом, например, «Бэнкси, вы хотели сувенирную лавку». Угу. Но сравнивая, я бы сразу хотел сказать, что действительно есть вот такая параллель, что есть западные герои, там, Энди Уорхол, или, там, современные Бэнкси, и это люди, которые имели выход на весь мир, деньги, там... И вот герои, которые говорит Саша, которые хоть и были популярными, но все-таки бедны, в общем, не имели выхода на весь мир. Они были просто не про это. Да, они были... Другая цивилизация, это Атлантида, которая утонула. Да, это совершенно интересный такой фильм. Просто для меня вот этот фильм, он даже не только об этом, он вообще о ментальности. О ментальности русского искусства. Вот в целом и о том, как вот власть, например, она развивается в одну сторону, а художник, он развивается в какую-то совершенно параллельно другую сторону. И они не могут найти вот эти точки соприкосновения. Это тоже интересный вопрос, который там задается. Ну, отвечаю на ваш вопрос. Во-первых, он для этого и сделан фильм. Для того, чтобы было такое движение в сторону популяризаторства, что искусство. Я вообще патриот. Но я патриот не тот, который радуется от победы футбольной команды. Ну, там, или каких-то таких достижений. Я, например, горжусь, когда я прихожу в музей и вижу там советских русских художников. У меня чувство гордости. Или я, например, горжусь авангардом нашим. И как бы всячески считаю, что культура наша, отечественная, моя культура, она вот... Ну, она мне дает силу для жизни. Она меня стимулирует, развивает, меня постоянно повышает, улучшает. И в этом смысле, отвечая еще на тот вопрос, как бы время проникнет, для меня эти ребята герои. Это фильм про героев. Просто не всегда так мир устроен, что не всегда герои, они живы или доживают благополучно. Зачастую они трагически и рано погибают. Угу. Так как погибли в свое время целое поколение первых авангардистов. Также вот в процессе съемок фильма ушли Георгий Гурьянов, Владик Мамышев-Монро, те люди, с которыми мы этот фильм обсуждали, мы их снимали. Я 5 лет снимал картину, точнее, долго. И просто времена изменились. Вот сейчас я, например, абсолютно ощущаю такую эпоху, смену. Смену эстетической реальности. Вот мы находимся в момент... Смену в каком направлении? Ну, вообще, она существует во всех направлениях. Она как бы проникает в мир. Просто... У меня просто ощущение, что сейчас, прошу прощения, что перебиваю, особенно в контексте разговора про какой-то питерский, про эти питерские истории 20-25-30-летней давности, мне кажется, сегодня все немножко напоминает финальную сцену из «Асы». И разговор Цоя, значит, с этой прекрасной женщиной, которая ему перечисляет, как и что можно делать, а он совершенно не про это. И вот мне кажется, что сегодня те, кто руководят культурой, те, кто задают какие-то, опять же, не люблю слово «тренды», но тем не менее, они вот про нельзя кричать, нельзя Тихон, то, нельзя это. Тихон, уважаемый, вы все мы хотите свести сюда выпуск новостей. Это же нельзя, это же как бы искусство, оно не живет только сейчас. Угу. Но сегодня и сейчас оно так. Вот в нашем выпуске новостей, который мы как бы делаем, оно такое. А надо же как бы чуть-чуть подождать, отстраниться, отойти назад. Это же не... Ну, мы не можем это воспринимать и комментировать каждый раз. Мы будем каждый раз в каком-то комментарии. Должно быть, ну, отстранение, должен быть какой-то взгляд на это, осознание. Это, во всяком случае, те люди, которые, ну, вот сегодня... Огромный культурный слой, который мы знаем, не знаем, в котором мы существуем, он заложен этим поколением. Да, это безусловно. Потому что вот, в принципе, действующие лица сегодняшней культуры, они так или иначе вытекли из как минимум, там, БГ, Цой, и, там, не знаю, поп-механика. Это сформировало, ну, вот, например, там, театр «Практика», ну, он, в общем-то, хочет он того или нет, но не является самостоятельным, там, новая драма. Но, безусловно, все слушали эту музыку, там, так далее, эстетика, и художники современные. Просто другой вопрос, нужны ли сегодняшнему времени герои, например? Это другой вопрос, там, возможно ли сейчас Цой
невозможно. А нужны ли сегодняшнему времени герои? Или возможно ли сегодня цель? Или нужны они этому времени? Это, вот это другие вопросы. Они, существуют в фильме. Ответы на эти вопросы? Я не существую в режиме ответа на вопросы. Я существую в режиме поиска. Но вам удалось его найти? Я его ищу. Но в каких-то маленьких зонах для себя я нашел этот ответ. Какие-то я смог построить параллели. А на какие-то вопросы ответы и не нужно получать. Он как бы к тебе приходит. У меня жена вот из Польши, она польская актриса, она не знает этого контекста, посмотрела фильм. Вот это показательно. Она вообще не знает, кто я знает, а больше никого. Ей было очень интересно, очень. Она говорит, я вообще, мне очень понравилось, я не отрываясь смотрела. И я спрашиваю, ну а что ты что тебе там интересно, ты же не знаешь вот этого контекста. Она говорит, ну это вот все равно развитие искусства и психологии искусства. Развитие психологии искусства. Вот как бы паттерны, которые заложены в этих художниках, как они развиваются, как они сегодня заложены в нас. А сыну моему вот старшему 20 лет, я завтра его просто обязательно с курсом там заставляю прийти посмотреть. Это фильм про, еще знаете, там интересно, хотите, я просто несколько вкусностей расскажу, что мне нравится. Наконец-то. Что мне там по кайфу. Например, это фильм про панков. Эти ребята, они как бы начинали, и в принципе они панки. А русские панки, они очень сильно отличаются от, например, английских панков. И вообще панки, это же очень интересная история, да, глубокая, и с формальной, и с эстетической с точки зрения, и с этической точки зрения, и с политической, со всех точек зрения, это очень интересный кластер, что ли, не знаю, как сказать. Пласт. И вот русские панки, например, отличаются, советские панки отличаются от английских панков тем, что они были интеллектуалами. Если в Англии как бы это был протестный такой дворовой такой движняк вокруг каких-то там понижения зарплаты, мама там в больнице или еще что-то, и вот такой вот такой жесткий, маргинальный протест против всего и раскрашивание мира в каком-то своем представлении, то советский панк, русский панк, он очень интеллектуален. Это всегда обращение к авангарду, это скорее традиция Хармса. Да, это скорее традиция Веденского. Это очень интересный интеллектуальный дискурс, который ведут эти люди, 20-летние люди, которые, в принципе, не имеют ни журналов, не знают вообще о существовании ничего, кроме вот той красоты, в которой они живут. И вот эта именно традиция русского авангарда, это именно вот это вот тут мостик, эта рука через тот огромный, мощнейший культурный заряд, который есть вот в нашей культуре, именно вот в российской, вот он им помог стать интеллектуальными панками, осознать это и развить. И из этого вышло огромное количество очень интересных художественных и произведений, и действий, и вот, как бы, вот этот аспект он там рассматривается, он мне очень интересен. Я никогда не знал, да, что Маяковский, не думал, что Маяковский, например, панк. Он же чистый панк. Вот посмотрите, как выглядит, например, Маяковский. Цилиндр, трость. Да. Это же, ну, даже по форме. Они это придумали. Это красота, интеллектуальная красота, не свойственная, наверное, устоявшейся норме. Иван, скажите, а что помимо фильма Александра Шейна завтра? Ну, во-первых, с нами будет сотрудничать Институт Родченко. Это ребята молодые, которые делают выставку, будут проводить мастер-классы современного искусства. Показывать, но также будем там разные, что мы там показываем, еще какие-то фильмы небольшие. Ребята сделали такой проект, который называется «0-1-0». Фильм называется «0-объект». «0-объект» — это художественная акция, которую сделал Тимур Новиков и Иван Сотников в 1982 году. Они назвали дырку в стене, которая была на выставке между щитами, экспозиционно так получилось, 0 объектом, и свои имена поставили. Что там началось, там целая комиссия, это не может быть произведением искусства и так далее, и так далее. Это такое начало, старт вот как бы группы Тимура Новикова «Новые художники». А вообще это традиция от обнуления, от выставки 0-10, которая была в 1915 году, на которой первый раз был показан «Черный квадрат» Малевича. И вот это вот такая параллель между нулем, обнулением, новым временем и возможностью прохождения через ЗМ, ребята из Института школы Родченко сделали выставку 1-0. То есть они продолжают эту традицию, эту игру.
делают определенный вызов и устраивают такой диалог с «Ноль-объектом» Тимура Новикова и «Черным квадратом» Малевича. И очень интересные молодые художники, выпускники и учащиеся нынешние школы Родченко делают свои инсталляции, видеопредставления. Это надо обязательно сказать там по поводу завтрашнего дня и вообще манифеста завтрашнего дня. Там Тимур Новиков внутри фильма говорит прекрасные слова. Он говорит, ну, наш вот девиз вот такой: нулевой бюджет, беспорядочный секс и инопланетяне. Вот завтра это нулевой бюджет, беспорядочный секс и инопланетяне. Это практика. Да. А еще был такой лозунг и девиз у выдающегося классика, здравствующего в городе Санкт-Петербург, Евгения Юфита. У него такая студия «Мжалала фильм». И у них такое, значит, слово: бодрость, тупость и наглость. Что ж, спасибо большое. Благодарю моих гостей. Режиссер Александр Шейн и художественный руководитель театра «Практика» Иван Вырыпаев.